Всем привет, с вами Том, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. Pony Life. На официальном YouTube-канале вышли еще две серии стоп-моушен анимации с пластилиновыми копиями новых игрушек. В 12-м эпизоде Pinkie Pie наслаждалась весной и цветами и несколько огорчилась, когда подруги собрали все цветы для какого-то праздника. А в 13-м Rarity вдохновилась работами в художественной галерее и захотела непременно создать собственный шедевр. Что из всего этого получилось, можно посмотреть по ссылкам в описании. Pony Ферма от GameLoft. 15 апреля компания GameLoft отмечала свое 20-летие, в честь чего игрокам были разосланы подарки в виде 100 камней и почтенного флама. Однако, к сожалению, некоторая часть игроков сообщила о том, что подарки им не приходили. С чем это может быть связано, неизвестно. Также подходит к окончанию акция «Отблески гармонии». Многие старые игроки уже имели часть бустеров с акций прошлых лет, плюс на персонажей были неплохие скидки на Пасху, поэтому многие акцию уже успели закончить. Пожелаем удачи всем тем, кто еще сражается с приспешниками пони теней, успеть забрать интересующие их призы. Новости игрушек. Из-за ситуации с COVID-19 Котабукия перенесла выпуск фигурки Rarity с апреля на июнь. О сдвигах выпусков фигурок Rainbow Dash и Applejack пока информации не было. Еще несколько промо-фото фигурок шестой волны Cutie Mark Crew в капсулах для азиатского региона. Будут ли эти фигурки приезжать в Россию, пока информации нет. Коробочки для конфет My Little Pony Jewelry Box Candy Case, промо-фото сайта Toys R Us и живые фото фигурок из Таиланда. В Латвии с третьим выпуском журнала My Little Pony вышел фигурный разборный ластик Pinkie Pie с аксессуарами. Официальные комиксы. На сайте IDW теперь можно приобрести цифровую англоязычную коллекцию из 18 томиков основной линейки, куда входят 83 выпуска комиксов. Стоимость этой подборки $80, но покупка тех же изданий отдельно обходилась читателям почти в 2 раза дороже. Это были все пони-новости, о которых я хотела рассказать. Напоминаю вам о моем втором канале, ссылка также есть в описании. С вами была Тому, пока!